Из-за нелетной погоды в Заполярье тюменские игроки сутки просидели на чемоданах. И вместо 27 февраля первый из пар выездных матчей 1/8 финала Кубка Петрова на Рицке Рубин состоялся 28-го. Команде Дениса Ячменева почти в прямом смысле пришлось выходить с корабля на бал. Были сомнения, хватит ли сил. Хватило. На 11-й минуте Илью Берестенникова вывели на бросок с пятачка. На 35-й забросил Никита Попугаев. У его ассистентов Георгия Бусарова и Дениса Давыдова стало по 4 и 5 очков по системе гол плюс пас в плей-офф. При счете 2-1 на экваторе третьего периода впервые в Кубке Петрова отличился Данил Мокрушев. С передачи проводившего сотую игру в плей-офф Дмитрия Лютова. До сирены хозяева возродили интригу, но победу Рубин удержал 3-2. Тюменцы повели в серии до 4 побед 2-1. Сегодня проводят в Норильске второй матч.